Всем привет! С вами канал Карли. И у нас сегодня из Ливерпуля Чайлдж! Да. Ну что ж, распаковываем? Давай. Да. И, кстати, у нас будет вот такой вертолёт сегодня. И мы будем на него вешать вещи, которые нам будут попадаться на карточке. Ну и какие есть на карточке? Ну что ж, распаковываем. Так, Мируш, вот здесь открывать. Давай. Вот так вот. Кладем. Может, тут распаковали? Нет. Опа-на! Какой тут у нас верблюдик, красавец! Смотрите, какой у нас кроссовчик. Один балл Мируша просто так дает. Мируша ничего не берет и ничего не вешает. Один балл. Королиша, показывай, пожалуйста, что тебе попалось. Да, ты пропускаешь ход. Мируш, тебе два раза. Почему два? Один? Нет. Мирушенька, карточку бери. Бери. Мам, я же пропускаю ход. Ну да, ты пропускаешь, то есть ты ничего. Ой, Мируш, покажи, что тебе. Мам, Мируша, надо повесить. Посмотреть. Вязанку надо повесить. Держи, Мируш. Аккуратненько, аккуратненько. На. Белая, Мируш. Я же вот сюда. Ура! Мируша, девочка. Королишенька, карточку клади. У тебя пока что ноль. Но все можно поправить. Покажи, что тебе получится. Два. За два очка ты вешаешь балалайку. Ура! Это было жестко. Мирушенька, одну бери. О, тебе попалась вазочка. Вот, смотри, что. Мирушенька, подай ей вазочку, пожалуйста. Это было страшно, мам. Я прям завизжала. Да, я понимаю. Мам, можно еще раз? Давай. В этом раунде выиграла. Я начинаю второй раунд. О-о, кажется, у меня 0 очков. И она ничего не берет. Опа-на. Если брейк была лайка, а не же тоже. Давай, балалайку вешай. Королишка, карточку сначала. И у меня 2 очка. Опять пропуск хода у Мируши. Мируша, к себе забирай. Теперь королишка сядет. 15. Ладно, Мируша. Вешай, королишка, вешай. Нет, да я. Мируша хочет. Да.